И сегодня ты еще более красива. Я такая женщина. Почему меня бросила? Как же быть? Я не помню причину. Что? Нет, все в порядке. И вот я не спала с ним. Соджу с пивом спали с ним. И я была не в своем уме. Он идеальный. Отличная работа. Я думал, ты будешь обращаться со мной как с королем, раз я считаю тебя королевой. Слушаюсь, ваше величество. Сколько среди этих людей симпатичных, обаятельных, невероятно умных и приятных девушек?